Папа. А, я тебя люблю. Ты самая красивая, любимая, хорошая, заботливая. Ну, честно говоря, 100% там не хватит. Здравствуйте, Валерий. Сегодня ваш день рождения, и мы с вами решили вас поздравить. И я хочу сказать, что я благодарна Богу за то, что мне вас дал. Вы очень классные, и вы, я не знаю, как это сказать, но от вас всегда излучается любовь и тепло, и это круто. Я желаю вам всегда оставаться такой же, всегда оставаться такой же позитивной, чтобы ваши дети всегда вас радовали, чтобы ваши дети в школе, в садике, где бы ни были, они были примером и светом. И также, чтобы ваша вся семья, она всегда служила Богу, чтобы вы исполнили то призвание, которое вам Бог дал, чтобы вы никогда не забывали, что вы Божий сосуд в Его руках. И я желаю вам также, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы ничего вас никогда не беспокоило каких-то, и чтобы вы всегда знали, что какие бы ни были проблемы, какие бы ни были испытания, с вами Бог, а значит, вас победа ждет. Аминь. Дорогая Валерия, я тоже хочу поздравить вас с днем рождения. Вы прошли такой путь, и вы теперь с отцом. Это классно, он вас очень любит, помните, я не знаю, я верю, я чувствую, что ваша семья, она очень благословлена Богом, и он вас еще благословит. Обильно. Обильно, и ваши дети будут просто замечательными служителями, замечательными людьми, замечательными сынами Божьими. Замечательными проповедниками. Да. Я верю, я даже, знаете, это как-то чувствуется. Я желаю вам всего, всего-всего, чтобы вы развивали свой потенциал, он у вас есть. Он у вас есть, и у каждого он великий потенциал, и какой-то разнообразный. Я желаю вам развиваться в Боге, что вы и делаете. Аминь. И... выходите за горизонты своего мышления, и там вас будет ждать большое благословение. Любим. Ценим. Уважаем.